Журнал «Мономах» и ресторан краевой кухни «Русские елки» представляют. Как это ни удивительно, но имя Николая Карамзина вписано и в историю кулинарии. Автором пирожков а-ля Карамзин стал бывший метрдотель дворца императорского величества герцога Максимилиана Лейхтенбергского, известный кулинар Игнатий Михайлович Радецкий. Его знаменитый трехтомник «Альманах гастрономов» полон рецептов на все случаи жизни, от каш для грудных младенцев до паштетов из фазанов и индеек. Одно из блюд его книги носит название «Пирожки натурально а-ля Карамзин». Для приготовления пирожков а-ля Карамзин понадобится филе грудки индейки, слоеное тесто, сушеные белые грибы, репчатый лук, сливочное масло, мука, сметана, яйца. Доску следует посыпать мукой. Дрожжевое слоеное тесто обсыпать мукой. Формами двух диаметров нужно вырезать кружочки и кольца. Филе грудки нарезать мелко. Репчатый лук порезать. Вымоченные в воде белые грибы нашинковать. Сливочное масло растопить на среднем огне. Добавить куриное филе, посолить, добавить в смесь репчатый лук и белые грибы, обжарить 7-10 минут. Выложить начинку в миску, добавить сметану и перемешать. На цельное основание пирожков нужно выложить начинку и накрыть ее кольцом из теста. Края пирожков придавить вилкой и смазать тесто яичным желтком для золотистой корочки. Выпекать 15 минут при температуре 180 градусов. Приятного аппетита! Еще больше вкусных фактов истории Симбирской губернии читайте в журнале «Мономах». А за аппетитными яствами приглашаем в ресторан краевой кухни «Русские елки».